Мы уже сообщали о ряде изменений в жизни россиян с 1 июля 2020 года. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации изменились правила парковки для автомобилистов-инвалидов. С начала этого месяца специально выделенные места на парковках общего пользования распространяются не только на инвалидов первой и второй групп, как это было раньше, но и на инвалидов третьей группы. При этом есть определенные условия. Данные инвалиды третьей группы должны иметь степень ограничения к самостоятельному передвижению первая, вторая или третья, ну то есть все степени, либо данные инвалиды третьей группы должны получить до 1 июля 2020 года соответствующий знак на автомобиль «инвалид». При этом сведения о транспортных средствах таких инвалидов должны быть в обязательном порядке внесены в федеральный реестр в соответствующем учреждении МСЭ. Места для инвалидов на парковках общего пользования установлены федеральным законом о социальной защите инвалидов Российской Федерации. Нарушение правил парковки теми, для кого она не предназначена, влечет административную ответственность.